Всем привет, с вами Алексей, 20 километров от Харькова, 30 ноября 2020, на улице плюс 5, ветра особо нет, и можно сделать последнюю обработку. Что нам для этого нужно? Хорошее настроение, оно есть. Вот такой препарат, называется Медиан Экстра, производство Польши. Это, как я понимаю, аналог бордоской смеси. Бордоской смесью никогда не пользовался. Есть некоторое мнение того же Николая Винтера, что это не есть очень полезно, поэтому я этим препаратом не работаю, так как есть опасность просто обжечь растение. Не хочу. Он засоряет опрыскиватель и так далее. Ну, не хочу. Вот есть препарат, который меня устраивает. Медиан Экстра. Мне его посоветовал техконсультант компании Сингента швейцарской. Поэтому я доверяю этому человеку. То есть и эту обработку, сейчас я вам скажу, вот у меня тут список, который он мне составил. Здесь ничего не понятно, но вот в конце мы видим, должна была быть после уборки урожая обработка хорусом. Честно говоря, я даже не помню, сделал я ее или нет. Но все остальные точно сделал. И через 3 недели медь плюс карбамид. Ну, карбамид я добавлять не буду, я просто сделаю медь содержащим. Обработаю не только фундук, а и все остальные растения, клубничку и все остальное. Так, что нам еще нужно для этого? Вот такой у меня есть очень хороший фирмы 3M фирменный респиратор. Покупал он, стоит недешево, но он того стоит, очень хороший. Потому что, ну, все-таки, хоть препарат и считается относительно экологически безопасным, и такие препараты разрешены для, ну скажем так, для получения экологически чистого ореха. И вот такой польский, один из моих опрыскивателей, ручной, не буду сейчас пользоваться аккумуляторным, здесь очень удобно, на 10 литров развел, и ну, единственное, что покачать надо будет, да, вот распылитель, все, и побрызгал, ничего сложного. Как брызгать, не буду показывать, я думаю, всем и так понятно. Не надо заливать растения, а просто мелкий распылитель должен хорошо распылять и просто покрывать ваше растение. Не должно течь с листа, если он есть, но листа уже практически нет. Хотя медвежий орех до сих пор стоит еще с листом, понятно, где клубника с листом. Вот, и ничего сложного, ничего страшного, и не буду затягивать по времени. Все. Все сказал, кому понравилось, поставьте, пожалуйста, лайк этому видео, кому очень понравилось, поделитесь с друзьями, там внизу есть строчечка, поделиться, и, в принципе, кто не подписался, подпишитесь, пожалуйста, кто хочет, и прожмите колокольчик, уведомления все получать, тогда вы будете получать мои видосы и вместе со мной что-то делать по фундуку и по саду. Скажем так, если кто-то вместе со мной сделает эту обработку, ее можно проводить и на растения, которые вы недавно подсадили. Вчера я подсаживал уже последние растения. На этом высадке закончены. И их тоже я буду обрабатывать. Вот такая ситуация. Если кто-то воспользуется, так сказать, моим советом, вспомнит, что можно обработать, обработает этим препаратом, я буду очень доволен. Покупайте в Эпицентре, в Новой Линии, в каких-то садовых центрах, чтобы не попасть на подделку. И все. Потому что вот этот препарат я покупал на рынке. И, честно говоря, смотрю, что другая уже упаковка. Ну, как бы лучше этого не делать. Да, то есть только покупать в проверенных местах. Я всегда все покупаю сейчас только в серьезных магазинах, которые напрямую работают с поставщиками. Да, то есть я захожу, допустим, если мне нужен сингентовский препарат, я спрашиваю, вы, ну, там, работаете с дилерами, да, это можно легко определить, у них, как и зачастую, и наклейки на магазине висят, рекламные Сингента и так далее, значит, работают, либо Байер немецкие препараты, там, ну, по разным, которыми я пользуюсь, я всегда обязательно спрашиваю, покупаю, ну, опять же, тот же Эпицентр, Новая Линия, много где есть, и там вы купите, скажем так, хороший препарат. Все, всем хорошего настроения, всем хороших урожаев. Видео будут продолжаться, канал будет развиваться, поэтому подписывайтесь с колокольчиком и ждите моих новых видосов. Всем хороших обработок, так сказать, и огромный привет из Харькова. Всем пока!